Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в солнечную энергетику Израиля 100 миллионов долларов. Базирующийся в Абу-Даби государственный фонд Masdar подписал договор о сотрудничестве с израильско-французской компанией EDF Renewables. Накануне еврейское государство открыло свое посольство в столице ОАЭ. Министерство иностранных дел заявило, что это событие даст возможность расширению спектра отношений между странами во всех областях и связи с правительством Абу-Даби, а также с экономическими органами, частным сектором, академическими кругами и средствами массовой информации.